Всем привет! Сегодня хочу протестировать олдскульный бронзовый зажим и рассказать о своих впечатлениях, про который говорили, что его невозможно сорвать с носа. Зажим сидит нормально, ну, даже на носу, без протирки, который немножко сальный. Сейчас вот одел зажим и, ну, чтобы вот его сдернуть, получается, надо прям хорошие усилия приложить. Блин, вообще не снимается. Вот. При этом, ну, как бы сидит достаточно комфортно. Сейчас попробую сходить, попродуваться в воде. Чувствуется немножко тяжеловато, но при этом в этом ощущается какая-то надежность. В общем, рекомендую я такой зажим. Он бывает в форме овала, бывает в форме банана. Вот, и можно выбрать, который вам нравится. Всем спасибо за внимание. Пока. Включаю.